вишня белоснежная цветет. Мимо этой вишни, мимо этой хаты, парень бравый в первый раз идет. Мимо этой вишни, мимо этой хаты, парень бравый в первый раз идет. В окно заглянет, ничего за вишней не видать. Отойдет в сторонку, спросит про девчонку, к вишне возвращается и опять. Отойдет в сторонку, спросит про девчонку, к вишне возвращается и опять. А что это за вишня, что это за хата, что это за девка у окна? А что это такое? Сердцу нет покоя, лишь лежит дороженькая дна. А что это такое? Сердцу нет покоя, лишь лежит дороженькая дна. А я сорву ромашку, встану, погадаю. Ты скажи, ромашка не тая. Ты скажи, ромашка, любит ли Наташка, любит ли хорошая моя? А ты скажи, ромашка, любит ли Наташка, любит ли хорошая моя? Под окном широким, под окном высоким, вишня белоснежная цветет. Мимо этой вишни, прямо в эту хату, парень бравый свататься идет. Мимо этой вишни, прямо в эту хату, парень бравый свататься идет. Но я думаю, это лучше, чем когда выходит человек, а точнее еще не выходит, а песня уже звучит, да? Тут уже точно понятно, что не под фонограмму. Живой звук. Но все ошибаются. Все, земляк на связи, ура! Ура! Дорогие друзья, добрый вечер вам! С вами ансамбль «Пташица» из города Санкт-Петербург. Мы очень рады вновь быть на Авиатской земле, на родине нашего дорогого Ивана. Мы рады видеть ваши светлые, очень хочется надеяться, отдохнувшие лица. И также мы хотим поприветствовать всех зрителей, которые смотрят сейчас прямую трансляцию на нашем YouTube-канале в интернете «Пташица. Песни под гармонь». Привет! Привет! Очень хочется сегодня собрать самый огромный наш зрительный зал и подарить вам вечер прекрасной музыки. Да, и сразу для наших зрителей скажем, что мы очень долго старались, мечтали собрать большой именно концерт в городе Кирове. Приезжали сюда разными составами, сли вдвоем. В общем, почву пропахивали. И тут удача нам улыбнулась, поэтому искренне благодарим фабрику индивидуальной мебели «Верум» за то, что она помогла нам с организацией этого концерта. И помогла не в маленьком зале, а вот в таком большом, где сегодня будет царить только добрая и теплая атмосфера. Поэтому спасибо фабрике «Верум». Продолжить наш концерт нам бы хотелось одной из наших любимых песен. Это «Черная смородина». Музыку написал наш коллега Антон Грибанов на стихи Александра Суршкова. «Черная смородина». Черная смородина
Вдоль лазури реченьки знают звезды свеченьки, сколько тобой пройдено. Я затеплю свою свечку на пригорке родины, на тропинке вдоль по речке черная смородина. Я затеплю свою свечку на пригорке родины, на тропинке вдоль по речке черная смородина. Черная смородина, ветром ветки гнутые, в легоньках обутая, через зимы лютые. Я затеплю свою свечку на пригорке родины, на тропинке вдоль по речке черная смородина. Черная смородина, солнышко весеннее, терпение и за все, что пройдено. Я затеплю свою свечку на пригорке родины, на тропинке вдоль по речке черная смородина. На тропинке вдоль по речке радуге смородина. Друзья, мы с вами встретились в самом начале 2023 года. И мы, конечно же, хотим поздравить вас со всеми новогодними праздниками, с Новым годом, с Рождеством, со Старым Новым годом. И на свете написано столько прекрасных песен, посвященных этому дивному зимнему времени, что, конечно, грех будет не исполнить их в нашей программе сегодня, в том числе и с вами. И вот сейчас мы исполним для вас рождественскую песню нашего современного гармониста Михаила Устинова. Накануне перед праздничком на окошечке с приталинкой водила мое солнышко тонким пальчиком печалинку. На столе горела свечечка, да и стаяла вощеная. Не журись, мое сердечушка, мое счастье нареченное. Я к тебе дорожкой дальнею, на перегонки с луной прилечу, прилечу желанная, чтобы встретить Рождество с тобой. Я к тебе дорожкой дальнею, на перегонки с луной прилечу, прилечу желанная, чтобы встретить Рождество с тобой. Встретишь словом, встретишь ласкою, встретишь чарочкою пенною, разговоры будут
ох, да какие откровенные! Да потянется слезиночка, да ты ее смахни ладошкою. Я с тобой, моя грустиночка, ты со мной, моя хорошая. Я к тебе дорожкой дальнею, на перегорке с луной прилечу, прилечу желанная, чтобы встретить Рождество с тобой. Дальнею, на перегонки с луной прилечу, примчу желанная, чтобы встретить Рождество с тобой. Я к тебе дорожкой дальнею, на перегонки с луной прилечу, примчу желанная, чтобы остаться навсегда с тобой. Спасибо большое. Сейчас мы исполним для вас довольно знаковую песню для нас предыдущего 2022 года. Мы вместе с ней попали в финал шоу «Страна талантов» на НТВ. Может быть, кто-то смотрел? Нам очень приятно, спасибо большое. Она также прозвучала на Первом канале в передаче «Играй, гармонь, любимая». Может быть, тоже кто-то видел? Спасибо. Но вообще очень интересно наблюдать за тем, как песня меняется вместе с тобой, как она растет. Мы с ребятами первый раз исполнили ее. Так, я не сказала, о какой песне идет речь, да? Так непонятно. Это «Ночка луговая». Да, и мы с ребятами первый раз исполнили ее в нашей трансляции «Гармонь в прямом эфире». Кто смотрит? Здорово. Да, и тогда она прозвучала у нас акапельно. Потом мы стали петь ее под гитару. И вот сейчас она прозвучит для вас и под гитару, и под гармонь. «Ночка луговая». Спят речные берега, хороши июньской ночью сенокосные луга. Только я не виновата, что потеряна кольцо, рекой туман поплыл, и уж
что не спим мы до утра. Мы очень рады тебе, Вероника. Спасибо вам большое. У каждой истории есть свое начало. И вот мне кажется, что у песни «Ночка луговая» началом истории могла бы быть «Звездочка». Песня «Звездочка». Тоже Михаила Устинова, это его авторство. Ну, «Ночка луговая», она такая про любовь, про теплое летнее время. А «Звездочка», она про то самое начальное чувство, про влюбленность, такая светлая, легкая. Поэтому... Ты забыла сказать еще, первая эта песня еще про больную поясницу, там же сенокосная пора. А тебе все про поясницу, да про поясницу. Да, давайте забудем сейчас про все поясницы, больные, не больные. И будем танцевать. Да, и будем танцевать. Говорились? И влюбляться. Ярко над Волгой светит звезда, я на свидание опоздал. Иду с повинною головой, я по дорожке вслед за тобой. Я по дорожке, о, по дорожке, я по дорожке вслед за тобой. Я по дорожке, о, по дорожке, я по дорожке вслед за тобой. Звездочка ярко светит в ночи, ты мне сказала, лишь не молчи. Знаете сами, кори глаза, что не могу ни слова сказать. Что не могу я, ох, не могу я, что не могу ни слова сказать. Что не могу я, ох, не могу я, что не могу ни слова сказать. Распела ты косу черную, разметала волосы по плечам. Закричи на все четыре стороны, никому тебя не отдам, никому тебя не отдам. Звездочка в небе уж не горит, мы прогуляли ночь до зари. Я любовалась волжской волной, я любовался только тобой. Я любовался, ох, любовался, я любовался только тобой. Я любовался, ох, любовался, я любовался только тобой. Скоро наступят летние дни, бросит Самара Волгу огни. Снова до зорьки будем гулять, я постараюсь не опоздать. Я постараюсь не опоздать. Распела ты косу черную, разметала волосы по плечам. Закричу на все четыре стороны, никому тебя не отдам, никому тебя не отдам. Да вы знаете, если правда действительно душа требует танца, хочется танцевать, смотрите, сколько много места в проходах. Можно выйти и танцевать с нами вместе.
Здорово. Я на самом деле вижу, что и песни подпеваются, которые раньше не подпевали на наших концертах. Это жутко приятно. Хочется вам поаплодировать. Дорогие друзья, пришло время спеть всем вместе. Эта песня «Деревня моя». Всем она знакома? Супер. Отлично. Хочется сейчас вспомнить каждому свою родину. У нас на самом деле сложилась добрая традиция перед этой песней представлять каждого участника нашего коллектива, рассказывать, кто откуда родом. Ура! Всем привет! Я поближе. Да, теперь еще лучше видно ваши лица. Отлично. А я всем говорил, на нас сверху смотрят. Да, да, я тоже увидела. Я в какой-то момент пою что-то про небо или про зарю, и такая, ох ты ж! Привет вам! Здорово! Нет, балкона у нас не было, правда, еще? Не да, было. Наверное, первый нет. Первый раз сегодня. Привет! Да. Так, я продолжу. Я сейчас представлю каждого участника, расскажу, кто откуда родом, потому что мы с ребятами на самом деле приехали в северную столицу из разных уголков нашей страны, познакомились в институте и вот по любви объединились в ансамбль. Вероника Курбан-Мамадова, поселок Грибановский, Воронежская область. Сергей Лебедев, деревня Разметелево, Ленинградская область. Но это единственный, кому далеко ехать не пришлось. Иван Разумов, село Монастырское, Юрьянского района, Кировская область. Спасибо, земляки. Лия Брагина, деревня Пловская, Вельского района, Архангельская область. И Светлана Кошелева, город Северодвинск, Архангельская область. Ну что, давайте каждый вспомним свои родные места и споем все вместе. Деревня моя, деревянная дальняя, смотрю на тебя я. При крыше с рукой, ты в легком платочке июльского облака, в веснушках черему стоишь над рекой. Родная моя, родная моя, деревенька колхозница, смущенной улыбкой меня обожгла. К тебе мое сердце по-прежнему просится, а я все не еду дела. Молодцы. Ни к Южному морю нисколько не хочется, душой не кривлю я, о том говоря, тебя называю по имени отчеству, святая, как хлеб, деревенька моя. Деревня моя, деревянная дальняя, смотрю на тебя я, прикрывшись рукой, ты в легком платочке июльского облака, без
веснушках черему стоишь над рекой. Браво! Браво вам! Спасибо! Молодцы! Ну а сейчас, как мы любим говорить, городскую. Я встретил розу, она цвела, и аромата была полна. Я эту розу сорвать готов, но побоялся ее шипов. Я эту розу сорвать готов, но побоялся ее шипов. А утром рано я в сад зашел, но этой розы я не нашел. Ой, роза, роза, я закричал, зачем тебя я, да не сорвал, ой, роза, роза, я закричал, зачем тебя я, да не сорвал. Я побоялся шипов твоих, теперь ты роза, в руках чужих сорвали розу. Замяли цвета этой розе, 17 лет сорвали розу. Замяли цвета этой розе, 17 лет. Ох, парни, парни, мой вам совет, не рвите розы, в 17 лет розы прекрасны, розы нежны эти розы, нам всем нужны розы прекрасны, розы нежны эти розы, нам всем нужны. Розы прекрасны, розы нежны, и эти розы нам всем нужны, розы прекрасны, розы нежны, и эти розы нам всем нужны, розы прекрасны, розы нежны, эти розы нам всем нужны. Танцевала? Отлично. А то мне за фонарями плохо видно там. Ну что-то, красненькую кофточку вижу. Здорово. Следующую песню нам особенно приятно исполнить на Вятке. Эта песня называется «Для чего мы живем на земле?» И авторы у нее кировские. Это Маргарита Котомцева, автор стихов, и Тамара Мурина, автор музыки. Про эту песню хочется рассказать чуть-чуть поподробнее. Как-то ехали мы на гастроли на автомобиле, и Ваня решил включить нам домашнюю запись песни «Для чего мы живем на земле», просто послушать. Я знаю, что со студенчества она, по-моему, у тебя, да? Да, как я раз, думаю, что... Как раз когда в колледже учился в Кирове. И нам тогда жутко понравилась, конечно, эта песня. Мы выпросили у Вани спеть ее ансамблем. Он одобрил всегда на самом деле. Ну, недорого взял, недорого. Да. Первый раз мы исполнили ее в прямом эфире, опять же, в нашем. Она получила большой отклик зрителей. И вот тогда поселилась в нашем репертуаре уже навсегда. Для чего мы живем на земле? Thank you.
Я пытаюсь понять в нарастающем мгле, для чего мы живем на земле. Не нарядом блистать, не богатством слепить. Мы живем для того, чтоб друг друга любить. Не нарядом блистать, не богатством слепить. Мы живем для того, чтоб друг друга любить. Пытаюсь понять в нарастающем мгле, для чего мы живем на земле. Не от крови пьянеть, не от денег шалеть. Мы живем для того, чтоб друг друга жалеть. Не от крови пьянеть, не от денег шалеть. Мы живем для того, чтоб друг друга жалеть. Я пытаюсь понять в нарастающем мгле, для чего мы живем на земле. Не гордыню хвалить, не стращать, укращать. Мы живем для того, чтоб друг друга прощать. Не гордыню хвалить, не стращать, укращать. Мы живем для того, чтоб друг друга прощать. Пытаюсь понять в нарастающем мгле, для чего мы живем на земле. Соло Иван Разумов. Заряжу немного обстановочку после такой трогательной песни. У нас шуточка такая есть междусобойная. Этот угол мы сырой называем. Они плачут, ой, они поют, а мы плачем с Вероникой постоянно на концертах. Поэтому если вдруг тут лужа образуется, вы это, не переживайте, мы подотрем потом. Нормально все. А на самом деле хочется небольшую зарядочку такую добавить в наш концерт и сделать заодно вам очень приятный такой подарочек от ансамбля «Пташица». Можно, пожалуйста, в зрительном зале нам свет? Да, все правильно, все верно, мы идем по плану. Да. Личико, не переживай. Все в порядке у нас. Включите свет, пожалуйста, в зале. Я знаю, я не просила об этом раньше, но вот сейчас прям очень надо. Извините. Ну, Сережа, в чем же дело? Отключили за неуплату, видите. Вот, спасибо вам огромное. Дорогие друзья, сейчас Арина мне не подскажет. Где-то у вас, вот рядом с вашими стульчиками, есть такая замечательная наклеечка «Пташица». Может быть, кто-нибудь видит ее? Сразу говорю, делать ничего не надо будет. А то люди боятся поднимать руки и выходить. Ничего, просто если кто-то видит вдруг, поднимаем руки и смело поднимаемся к нам на сцену. А может быть, под сиденьем? Может быть, под сиденьем. Да, и на такое мы могли пойти. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Мы про зарядку не шутили. Конечно. А как вы думали? Пришли на концерт и сидеть будете? Не-не. Такого не бывает. Ну, хоть кто-нибудь нашел? Неужели никто не нашел? Нашли? Да не может быть.
Нет, наклейка. Плохо искали. Никто, совсем никто не нашел. Ужас в том, что мы не знаем. Поверьте, да. Сделано так, что не знаем даже мы, где оно чего, поэтому как бы вот так. Нашли? Нашли, кто-то отлично. Нашел? Поднимайтесь, а где вы нашли? Пожалуйста. А где вы нашли? А где именно на стуле нашли? Нет, я имею в виду, в какой части? Под сиденьем ищем надо искать. Под сиденьем. Ищем под сиденьем. Выходим к нам на сцену, кто нашел наклеечку. Мы приглашаем вас прямо сюда к нам. Обожаю. Вот, вот, да, конечно, интересненько. Ну вот есть, один есть же одна. Нашедший у нас есть, точно. Второй нашедший у нас есть, отлично, супер. Мы ждем вас на сцене. Что? Что, что? Нет, к сожалению, без наклейки нельзя. Понимаете? Три. Это сделано еще для чего? Нам потом им ходить отклеивать. А так вы взяли, отклеили. Может быть, там на соседних где-нибудь надо. Есть, вот на первом ряду. Да, посмотрите, кто первый. Еще вот, отлично, уже три человека. Ладно, пока Света тут это, по команду. Мы вообще ввели вас в заблуждение. Ой, простите, пожалуйста, нас. Здравствуйте, здравствуйте. Это, если что... Наш логотип. Он как гармошка и как крылышко. Пташица. Красиво. Кто видел? Вы видели? Красиво. Ой, все, отлично. Я даже не знала, что это не пташица. А, там еще и логотип. Ну, вообще класс. Ну, собственно, а теперь эти три замечательные девушки продолжают концерт, а мы пошли отдыхать. Да нет, нет, конечно. Нет, мы... на самом деле у нас небольшие подарочки, да. Нам захотелось вот сделать такую зарядку, разрядку. И у нас вам повезло, вы выиграли наши подарки. Там наши календари на 2023 год. Пусть они останутся с вами на память от нас. Ура! А на сцене мы хотим оставить нашу замечательную, золотую нашу гармонистку Лию Брагину, которая исполнит для вас пьесу «Субботея».
Геннадия Дмитриевича Заволокина, Лия Брагина, художественный руководитель ансамбля «Пташица». Дорогие друзья, мы с особым трепетом на каждом нашем концерте исполняем песню для дорогих мам. Предлагаем вам вспомнить детство и окунуться в то беззаботное время. У нас есть небольшой сюрприз для вас. Сейчас на экране во время нашего исполнения вы увидите наши детские фотографии с мамами. Но хочется добавить, «Пташица» — это не 5 человек. Нас намного больше. В нашей команде трудятся наши жены, мужья, и даже детки уже помогают. Варвара, Ванина дочка, уже не раз была на сцене и танцевала. Вот, поэтому нас намного больше, и все мы одна большая семья. Сейчас для вас прозвучит песня из репертуара Валентины Толкуновой «Мама моя». Можно, пожалуйста, свет на сцене немножко? Спасибо. В волосах твоих
Всех узнали в детстве. Я почему и сказала, что нас намного больше, потому что, конечно же, фотографии были не только наши, но и всей нашей команды. Фух. Дорогие друзья. Снова, да. Самое сложное — самому не зареветь, да, во время песни. Да. Ой. Ну все. Мы снова поем вместе. Песня эта «Миленький ты мой». Все знают? Не слышу. Вот, теперь слышно. Но мы не просто так будем петь. Мы хотим еще немножечко с вами поиграть. Наклейки поискать. Но мы исправим эту ошибку. Да, ладно. Дорогие дамы. Будет все полегче немножечко. Конечно, для тех, кто не первый раз у нас на концерте, или кто следит внимательно за нашим творчеством. Знают, что мы очень любим челночный бег. Для этого есть место. Нет. Ну да, может быть, кто-то видел в интернете. А кто, кстати, первый раз на нашем концерте? Поднимите ручки. Вау. Вау, да. Мне есть для кого объяснять правила. Вот. Да. Дорогие дамы, на словах «миленький ты мой» вы должны сделать так. Ой! Ну, каждая со своим настроением, конечно, это я просто как образец. Давайте репетировать. «Миленький ты мой». Шикарно. Потрясающе. Мужчины, у вас тоже есть задача. После слов «милая моя» нужно будет сделать так. Хей-хей! Потрясающе. Репетиционно показательно. То все, то никто не показывает. Давайте. «Милая моя». Хей-хей! Вот. Замечательно. Ну что, теперь давайте петь. Возьми меня с собой, там в краю далеком буду тебе женой. Да-да-да, поем, поем. Еще и поем. Милая моя, взял бы я тебя. Мужчины. Милая моя, взял бы я тебя, но там, в краю далеком, есть у меня сестра. Девчата. Миленький ты мой, возьми. Наши бдительные зрители часто нам пишут: а знаете, а вот у этой песни, у той или иной, есть еще один куплет. Так произошло и с песней «Миленький ты мой». Добрые зрители подсказали. А мальчики теперь на нас обижаются. А мы с девчатами обрадовались, мы сейчас вам споем. Мы уже отступились, не обижаемся. Они уже бесполезно бороться. Устали бороться, да, но мы споем. «Миленький ты мой, ну и черт с тобой, там в краю далеко есть у меня другой, там в краю далеко есть у меня другой». Ой!
Да, ну слушайте, по поводу соревнований, я так считаю, что вот тут точно победила тут дружба. Не обсуждается. Как, вообще. Не обсуждается. Дружба! Ура! Конечно. Ура! Мы не говорили, что это соревнование, но все. Ну, это ладно. Небольшое отступление. Краткая автобиография о себе. Кто не знает, я родился в Кировской области, в Юрьянском районе, село Монастырское. Там отучился в средней школе. И с 2004 по 2008 год обучался в Кировском областном колледже культуры на кафедре русских народных инструментов. Я хотел обучаться, конечно, с 2003 по 2007, но сказали, давай еще годик погуляешь. Шучу, не буду углубляться. В общем, первый раз я не поступил. Второй раз... Да, второй раз. Ну, в принципе, сейчас уже директор поменялся, можно все карты вскрывать, ничего страшного. Ну, на следующий год мы уже с поросенком приехали, меня взяли без экзаменов. А играть умел я только на гитаре, а там народные инструменты. Но это все, конечно, шутки. Сегодня в зале находится большое количество преподавателей, педагогов, которые вложили и потратили массу своих нервов на таких оболтусов, как я. Почему? Потому что же мы пришли туда, я пришел туда, не зная нот и ничего, да? И Царство Небесное, Николай Степанович был первый педагог у меня по баяну, а он-то не знал же об этом, ну, то есть он спокойно отдыхал лето, приняли, значит, этих десантников в колледж и пришли 2 сентября на первый урок по баяну. И мне дали, значит, ноты, баян. Я так посмотрел. Большой, ничего не видно. Он говорит, играй. Я говорю, я не умею. Он говорит, в смысле не умею? Ну там простая мелодия. Картошка называлась. Ну картошка, я говорю, я знаю, что такое. А как играть ее, я говорю, не умею. А она, зачем ты сюда пришел? Я говорю, учиться. Ну, в общем, он открыл свой шкафчик, достал беломоринку, что-то охлебнул, не знаю, наверное, водичку. Короче, 1.5 года он в курилке, а я занимался самостоятельно. Но благо, что в общаге жил, были хорошие ребята, там, Дима Порошин, там, знаешь, подсказывали. То есть вот 2 года я действительно потом думал над этим вопросом, зачем я сюда пришел. Ваня, а прости. А через 2 года Ваня, стало прости, получаться. Я тебя перебью. Нужна твоя мама. Очень нужна твоя мама. Она не приехала. Приехала. Вы очень нам нужны за кулисами, пожалуйста. Ну ты же сейчас собьешь мой сценарий. Извини. Пока не забыл. Ну, в общем, я к чему все это клоню-то? Я искренне благодарен тем педагогам, преподавателям, которые пришли сегодня поддержать. И, конечно, хочу поблагодарить им, поблагодарить их за ту надежду в нас, за те вложения, что терпели наши прогулы, наши вообще неуважения к вам. Какой-то момент там, да? Да, а что делать-то надо? Сейчас, видишь, время настало. Как? Ну, смотрите, я же сказал, Николай Степанович, он уже нет в живых с нами. Дальше он ушел, через 2 года я, видимо, потрепал ему нервы. Меня отдали Канову Александру Ивановичу. Насколько я знаю, тоже его уже нет, да? А? Вот, значит, я просто боюсь даже ошибиться, может быть, знаете, кого-то раньше времени еще отправить куда-нибудь не туда. А, вот. А по гармошке, вот на самом деле гармошка была 1 час или 2 часа в неделю, это уже на 4-м курсе. И преподавала ее Галина Николаевна Зорина. И буквально 2 произведения, наверное, мы выучили эту зимнюю песню и... Гармонист играет джаз. Вот. А Валентина Александровна Шмырина преподавала домру, но балалайку и ансамбль она у нас вела.
И она зацепилась за эти песни, ну, вроде у Вани тут что-то получается, поет, играет, а давайте возьмем в ансамбль. И мы с этими, значит, выступлениями попали в ДНТ, тут, значит, на телевидение, потом в Петербург поехали. То есть и даже куда-то за границу ребята поехали, а я уже в связи с армией не смог поехать. То есть и вот после этого как бы гармонии-то и прилип. Баян-то он тяжелый и дорогой, а гармошка-то полегче и подешевле. И, значит, была в армии гармония, так ей закрутилась, завертелась, поэтому теперь с гармошкой. А на баяне даже картошку эту, наверное, сейчас и не вспомню даже. Я ухожу? Нет. Поэтому я хотел пригласить на сцену директора ныне уже Вятского, да, колледжа культуры, Бакину Ольгу Владимировну. Хотим вручить ей наш скромный подарочек. С ней мы познакомились через ее мужа, Виктора Бакина. Он обо мне снимал небольшое, как это сказать, интервью. Да, и как раз таки в колледже мы встретились. Он говорит: Иван, оказывается, ты в колледже учился, а у меня теперь жена директора. Я говорю: ну, все в наших руках, давайте. Дорогие друзья, позвольте мне, конечно, прежде всего поблагодарить всенародно любимую пташицу за сегодняшний замечательный вечер. Я думаю, вы меня поддержите, если я скажу, что все мы, пришедшие сегодня в этот зал, уйдем отсюда уже в приподнятом настроении. Спасибо вам за ваше искусство. И, конечно же, я не могу не сказать о том, что Вятский колледж культуры, конечно же, очень гордится своим выпускником Иваном Разумовым. У нас прошлый год был юбилейный. Колледж отмечал достаточно широко, праздновал свое 75-летие. У нас проходили многочисленные мероприятия. И мы очень признательны Ивану за то, что он нашел и время, и возможность приехать, повстречаться и с нашими нынешними студентами, и с нашими преподавателями. И в конце года мы выпустили вот такое юбилейное издание, книгу-альбом, посвященную 75-летию колледжа. Называется книга «В моей судьбе ты самый главный». В ней есть упоминание и об Иване Разумове. Я с удовольствием дарю ему эти книги, а всей пташице я желаю высокого полета. Спасибо вам огромное. Да, жалко, что, конечно, не получилось приехать на юбилейные вечера, потому что, ну, от Питера до Санкт-Петербурга полторы тысячи километров, да. Не всегда получается быстро переместиться, все-таки есть какие-то концертики. Так, я ухожу, да? Нет, бери гитару. Гитару в руки и дальше. Да. Спасибо вам большое. Мы сейчас исполним песню, которая с первого нашего исполнения получила огромную любовь зрителей и стала, безусловно, хитом нашего репертуара. И речь сейчас идет о «Лампадочках». Горят, да лампадочки.
сижу, да сижу, думаю, как мне на свете жить. Еще я раз да подумаю, как мило вас забыть. Еще Yeah.
слово Светлана Кошелева. Ваши аплодисменты! Спасибо большое. Спасибо. Вчера скромный состав ансамбля «Пташица» показывали по телевизору в «России-1». Передача «Привет, Андрей». Кто смотрел? У меня не концерт, а экзамен. Точно. Кто? Да. Сергей Лебедев, Лия Брагина. Можно выйти? Да, конечно, пожалуйста. Сергей Лебедев, Лия Брагина, Светлана Кошелева. Вчера пели «Васильки» в передаче «Привет, Андрей». Да, а сейчас мы споем для вас песню, которая тоже звучала однажды в программе этой передачи, посвященной тогда поэту Роберту Рождественскому «От зари до зари». Пой, гитара! Долгожданной гитаре я тихо прильну, осторожно и бережно трону струну, и она отзовется, созывно звеня, добротою наполни тебя и меня. От зари до зари, от темна до темна, о любви говори, пой, гитарная струна, ла-ла-лай, 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 ла-ла-лай. Я гитару настрою на лирический лад, и знакомой тропинкой уйду в звездопад. Быть счастливой, как песня, попрошу я ее, и гитара взорвется, как сердце мое. Долгожданной гитаре я тихо прильну, осторожно и бережно трону струну. Ведь бывают гитары, они зазвучат, и большие оркестры покорно молчат. Ну что, дорогие друзья, наши зрители, не утомили мы вас еще? Или еще разочек? Споем вместе? От зари до зари, от темна до темна, о любви говори, ой, гитарная струна, ла-ла-лай, 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 ла-ла-
Ну а сейчас мы объявляем небольшой антракт. Сколько? 15? 20? 20 минут, чтобы можно было там подышать свежим воздухом. Кому чего, да? У каждого свои потребности. Вот. Во время антракта, кому нечем заняться, можете приобретать наши диски, календарики, авторучки, ну, в общем, всякие украшения. Скоро придумаем. Да. Ну, а мы пойдем переоденемся. Будем еще краше должны. Да. Если кто-то увидит, что кто-то выходит из ДК, ну, домой собрался, вы его ловите. Да, 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 обязательно, обязательно. Скажите, второе отделение будет еще лучше. Друзья, ну что, прошло первое отделение концерта. Пока у нас небольшой перерыв, расскажите нам, как вам звук, как картинка, а мы все прочитаем. А еще нам очень интересно, какая география сегодня на нашей трансляции. Напишите, из какого города вы смотрите наш сегодняшний эфир. Мы напоминаем вам, что у нас идет активная продажа наших календарей на 2023 год. Все подробности под видео в описании. Не забудьте про акцию на косоворотке. Подробности тоже в видео ниже. Ну что, друзья, а мы побежали готовиться ко второму отделению. До встречи через 15 минут! Ну, ура! Ура! Ну так, во-первых, спасибо. Просим прощения за опоздание. Ну, это стоило того, я надеюсь. Как ваше настроение? Вы готовы еще на одно отделение? Ну тогда вперед, поехали! А есть любовь или нет, я не знаю, только знаю в далеком краю. Ох, ходили с тобой на закате, возвращались с зарей по росе. Ох, ходили с тобой на закате, возвращались с зарей по росе. Ой, а были ночи полны соловьями, в далеком краю.
А теперь все это же самое и в микрофон, да? Спасибо, спасибо. Заставили пообниматься с самими собой. Ну что, давайте теперь все вместе ответим на вопрос, есть любовь или нет. Потрясающе. Я тоже так считаю. Мы тоже так считаем. Все, тогда все поцеловали соседа справа и слева. Обняться, обняться. Да. Это была демонстрация сейчас обнимашек. Ну, на самом деле, в наш репертуар песни тоже попадают исключительно по любви. Сейчас нам бы хотелось исполнить... Светочка, Светочка, вот тут я тебя вынужден перебить. Прости, вот, молодец, пожалуйста. Запомнил, предупреждала. Давай. Передача «Жди меня» у нас нашлась. Прекрасная девушка, которая нашла наклейку. Ура! А вообще, на самом деле, кто не видел, мы вот еще сдалека вот так покажем. Если хватит на камеры, вот мы вот так еще покажем. И вот так покажем. Очень вот прекрасный календарь вот такой вот получается. Молодец, большая, что нашла. Так, ну а сейчас мы исполним для вас песню «Жили, не тужили» современного автора Бориса Корчанова. Сохранили в тяжком потруде, жили, затужили, боли до меча, совесть хоронили, как нам ею жаль, видишь ты одинокая гармонь, держи твои темные глаза. Там на берегу горит огонь, как же жизни катится слеза. Где ж ты, одинокая гармонь, где же твои темные глаза? Там на берегу горит огонь, как же жизни катится слеза. Четверть на столе, упороны кружили на родной земле. Жили, затужили, мёрзлые поля. А кого зарыли, вспомним опосля. И где ж ты, одинокая гармонь? Темные глаза, там на берегу горит огонь, так же жизни катится слеза. Где ж ты, одинокая гармонь, где же твои темные глаза? Там на берегу горит огонь, так же жизни катится слеза. Знаете, одним из самых ярких жанров песенного народного творчества, конечно, являются частушки. Удивительно, конечно, как в четырех строчках умещается целая история, целая песня. Сейчас мы исполним для вас частушки под гармонь.
запевай, моя гармоха. Особые чувства мы, конечно, испытываем к пению акапелла. И этими чувствами, конечно, мы хотим поделиться с вами. Сейчас мы исполним для вас две песни Белгородской области. Мы с ребятами не раз бывали в тех краях, в экспедиции, записывали там фольклор. Лирическая песня «Зимушка-зима». Продолжаю, да, зимнюю тематику. И плясовая «Подружки-паранюшки». Ох ты, зимушка, да зима эх, холодная очень, не добыла его. Не добыла денег, курила ночи, дымила его лето, ой, да лёле, день курила ночи, дымила его лето, ой, да лёле, день курила ночи, дымила. Ох, день курила ночи, дымила все дорожки, замела его лето, ой, да лёле, все дорожки замела его лето, ой, лёле, все дорожки замела. Ох, все дорожки, все следы негде к милому же да пройти его.
Може да пройти, негде коня провести. Нам одна бабушка в экспедиции говорила: запершила. После этого она пила такую бутылочку с водичкой. Волшебную. Да, якобы с водичкой. Баба Поля из-под Середнего, если нас вдруг смотрят в трансляции Белгородской области. Мы вас не сдавали. Мы вас... Да. На самом деле, это такое беззаботное и приятное время, да, шахтерная экспедиция. Да. Вот ни за что никогда не забудем это все. Потому что они там поют, бабушки поют, а у них хоть что-то... Шельма, еще голос, ну куда ты подевался? По-разному, правда, да, бывало. Ну, правда, это для нас, конечно, незабываемое время, которое хранит очень много приятных воспоминаний. Мы можем говорить об этом очень долго. Правда, да. Ну, поем. А теперь плясовая. Ну, давай, Вань. Подружки, паранюшки мои, вы придите, посидите у меня. Ох-ка-ох-ка-ох-ка-ка, вы придите, посидите у меня. Вы придите, посидите у меня. Да подумайте, погадайте обо мне. Ох-ка-ох-ка-ох-ка-ка, подумайте, погадайте обо мне. Да подумайте, погадайте обо мне. Да про мое горе несчастье сердце. Ох-ка-ох-ка-ка, про мое горе несчастье сердце. Да про мое горе несчастье сердце. Да мое горе горевание сердце. Да ох-ка-ох-ка-ох-ка, мое горе горевание сердце. А я кто, что проехал на коне, да я кто же там на ворного мая? Оле, 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 а я кто же там на ворного мая? Николаечка проехал на коне, а Николаевич на ворного мая. Оле, 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 Николаевич на ворного мая. Он ударил копьем о ворота, ты повыйди-ка, сударушка, сюда. Оле, 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 ты повыйди-ка, сударушка, сюда. А я не выйду на тебе, сердитая на тебе. Оле, 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 сердитая на тебе. Да я сердита на тебе. Долго с вечера гуляешь без меня. Оле, 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 долго с вечера гуляешь без меня. Видимо, я настолько сердита, что у меня тут валится все. Это спецэффекты. Что? Спецэффекты. Спецэффекты, спецэффекты. Вот этого нам только не хватало. Че, в следующий раз приедем, фейерверк закажем, во будет. Да. А у нас были же, получается, спецэффекты. У нас были фейерверки. Были спецэффекты в Вологде на зимние песни. Ой, да. Мы включили какую-то машину. Искусственный снег называется. Да, которая снегом на нас сыпала. Девочки пели «Метет метель», и правда пошел снег на сцене. Вот из этих мушек бывает. Было красиво, страшно. В следующий раз так сказать. В следующий раз, да. А я сейчас хотела бы передать слово вашему земляку. Наш дорогой гармонист Иван Разумов. Ваши бурные аплодисменты! Спасибо. А я хотел бы рассказать немного о том, как я познакомился как раз вот таки с фольклором, с этим, когда я приехал, ну, уже спустя время, после колледжа, прошел армию, много где поработал, и как-то меня завело в Петербург. Ну, кому интересно, можете посмотреть интервью, есть два интервью с Александром Ганичевым,
и как раз с Виктором Бакиным там все подробности. Кстати, очень интересно. Ну и вот в Петербург попал, и значит, мне говорит Арина, теперь уже она жена мне, тогда еще подруга, говорит, иди учись, что ты будешь так скитаться тут. Я пошел, соответственно, инструментал уже мне, не уже, а вообще я туда не потянул бы, а на народный хор, по секрету скажу, мальчиков хорошо берут, потому что их там не достает. Вот. Ну и попал, в общем-то, на кафедру русского народного песенного искусства. Ну и, значит, привели меня на первый хор этот, где они все вот эти ляли-лёли поют. Я сижу, думаю, что я в какую-то секту попал, что ли, куда? Сначала не понял. Потом в текст смотрю, вроде все на русском написано. Ладно, ноты не знаю, но текст-то читать-то умел я уже тогда. Вот. Но потом, значит, стал тихонько вслушиваться, и когда мне стали партии там отдельно пропевать, вроде на русском, а как вместе запоют, так не на русском. Ну и вот, значит, первая экспедиция, первый курс, летом мы едем в Белгородскую область, приезжаю оттуда, воодушевленный, вдохновленный. Но я вообще не знал, что такое фольклор. Для меня Надежда Кадышева, Бабкина были вот русские народные песни, да. Ну и, значит, приезжаю воодушевленный после летней экспедиции, привожу с собой диски, всякие записи. По просьбе бабушки едем в Юрью, там что-то в больничку ее надо было свозить. И включаю ей в машине эти вот старинные все напевы. Думаю, ну сейчас бабушка тут расцветет у меня, скажет, где ты, внучок, таких песен набрал. Доезжаем до Монастырского, поворачиваем уже в село. Я говорю, бабушка, что, как тебе песни? А что, они на русском поют, да к чему мне? Я думаю, ну, значит, эффект одинаковый. Вот. Ну и пошел к ней расспрашивать, бабушка, а что у нас-то пели? Мне интересно же стало. Какие у нас-то песни? Он говорит, да что пели? Война была, ничего не пели, да песен разве было. Понятно, думаю, зайду завтра. Ну и, значит, потом однажды подвернулся такой случай. Были мы в Комарово, у нас есть там деревня Комарово, кто не был, можете съездить, посмотреть. Ну, не та, которая в песне, да? Краше чуть-чуть. Вот. О, чистый мед смеется, молодец. Поддерживает меня. И, в общем, приехали там к Фоме. Нету его уже тоже в живых. И он говорит, у отца есть старинная запись на кассете. Вот играли первую, вторую. Ой, говорит, этого жеребенка молодого, говорит, запрягут. Он говорит, у них как цирковой, говорит, лапы кверху передние. И на дискотеку под эту вторую приедут там, говорит, под нее попляшут, потом подерутся, в общем, все под эту. Я-то все записал у него, эти все старые записи, и приехал к бабушке снова. Включил. Бабушка уже более позитивно обижит. Ой, кто, говорит, это играет? Это ж вторая. Вот это Аркаша, у Фомы отец. О, Аркаша-то хорошо в молодости играл, да. Ну так что за вторая-то? Так вот, частушки под нее пели, плясали. А что, бабушка, первая тоже была? Была первая, а третья была? Нет, третьей не было. Вот. А что, надо было сначала первую, а потом вторую? Не, без разницы, обычно вторую заигрывали, а первая просто кадрили водили, ну понятно. В общем, что-то разузнал, частушечек у нее подцепил маленько. Потом разобрал этот наигрыш с кассеты уже, вместе с Лией сидели, ковыряли. Там же все не как обычно в музыке. То есть если у нас там есть такой прием, там одну кнопочку, да, надо разными пальцами играть, а они там одним все играют, старики-то. Ну ладно, разобрал. В общем, частушек бабушка мне написала, чуть-чуть повыучил. Ну самая беда-то какая, мужиков-то нету, мужики-то все повымерли. Они же раньше кто на войне, кто где. И мужских-то частушек практически не осталось. Ну я давай где по связям там искать, кто еще живой, в Юрье там или под Кировом. В общем-то нашел и снял даже некоторые ролики с этими наигрышами. Ну сейчас маленько попою. Вот. А вообще хотел бы, вот у нас 4 вакантных места. Кто знает вот этот наигрыш, может быть у нас в Юрьянском районе, может, его называли вторая, а где-то, может, какая-нибудь прохожая или, не знаю, по деревне, улочная, еще как-то называют. Кто не стесняется, выходите, поддержите меня. Бабушка, кстати, ты же здесь, если у тебя есть силы и желание, выходи, внучка поддержать. Вот. Не стесняйтесь, ну, попоем маленько вторую. И, ну, всем, ладно, я понял, никто не шевелится, всем подарки будут.
Ну, в общем-то, вы пока подумайте, я запою. Кто осмелится, выходите, пожалуйста, на сцену. Ни одной минуточки назад не воротилась. А воротить бы, воротить, подруга, старое времечко, воротить не навсегда, хотя бы на валенечко. Да всю бы ночку во сыночке Бог провалилась. А монастырское село, да стоит церковь белая, в монастырском молодежь веселая и смелая. Каком дому гулять, чтобы тещи подсобили, мы картошку убирать. Вставайте, выбирайте, какой нравится микрофончик, и поехали. Мы с Миленочком ходили, он ходил, и я ходил. До того мы доходили, он родил, и я родил. Эх, милка моя, синенькие глазки, не видал я от тебя ни любви, ни ласки. Выходите, дорогие, подпевайте веселее, мы не где-нибудь находимся, на родине своей. В кузиках на сеновале мы с милашкой ночевали, после этой ноченьки родились у нас доченьки. Я иду по улице, петух сидит на курице. Я ему какой нахал, он мне чем-то помахал. А мы по Кирову пройдем, да на конце воротимся. Так у вас девки хороши, так ночевать попросимся. Пустите! А монастырские ребята захотели молока, а им сказали под корову, они лезут под быка. Я у мамы сын один, ничего не делаю. Летом ягоды беру, зимой за девком бегаю. Меня милый прижимал к тоненькой осиночке, до того-то прижимал, написывал в ботиночки. А ты, Ваня, дорогой, да здоровенно харище, а ты давай не подводи до своего товарища. Ох, ты, Рома, дорогой, да ты давай не задирай, да ты ведь тоже из деревни, ты такой же раздолбай. Я думал, выйдут одни женщины в возрасте. А смотри, что набежало. Спасибо, мужики. Может, сделаем теперь женский ансамбль все-таки? Вот смельчаки, видите, они помоложе у них. Спасибо, мужики. Призы будут, конечно. Стоять, стоять, призы уже пришли. У меня чуть медленнее, чем у Якубовича работают, но работают.
Так что женщины-то не созрели? А Ванька с северу приехал не один, а с дураю. А говорит, зарплату за год выдали натураю. Я официально живу, ты чего? Ну, еще несколько частушек, которые от бабушки вот так вспомнил и еще где-то позаписал старинные. Я думаю, что интересно вот послушать и потом закончу. По улице идете, да играете, поете, мое сердце разрываете и спать не даете. Не тяните, пор ведё, так нет один хрен тянете. Наших девок любите, еще и драться лезете. А ничего, да ничего, что я ростиком мала. Мне бы шляпку да сапожки, я бы о, кака была! А по деревенке идем, да всем подарки раздаем. Кому сына, кому дочь, надо же людям помочь. Ветер выдуй на гуляночку сегодня, милую. А все вы девки хороши, да все вы девки паски. Из-за вас побили нас, да накануне Пасхи. Спасибо, друзья. Конечно, хочется, чтобы эти наигрыши жили, процветали. Я вот думал, что выйдет поколение постарше, хотел у них спросить. Есть такой наигрыш, и он имеет... Давайте не так. Кто знает наигрыш Верховинска? Все молодые. А вот там кто-то тянет. А кто знает Столба? Так, погодите, терпение нужно иметь. А Козла? В общем-то, я когда начал разбираться, значит, у них там еще береза есть какая-то сложная. Значит, вот Верховинскую, говорит, играли, все, Верховинская хороша была. Я говорю, что за Верховинская? Вот Верховинская. Еще Козла плясали. Ай, Столба. Ага, Столба. Как его плясали? Ну, вот так вот становились, вот. Показывают, значит. Еще было Козла, а Козла. И все, одна мелодия главная. Я говорю, так вроде они похожи. Так это одно и то же. Я говорю, а почему названия-то такие разные? Но Верховинское это, один мне дед растолковал, Верховинское это как то, что регион такой был. Раньше Верховинский был там, не ошибиться там, ну, сейчас районы, да, там была волость, уезд, я не знаю, сейчас не ошибиться, да, бы. В общем, с Верховина шло. А почему Столба? Да потому что пляска была как будто вокруг Столба. Понятно, а Козла? Да к кому пара не досталась, да кто-то козел. Вот такие интересные. Я уж не знаю, насколько правда, но мне так вот рассказали старики. Ну вот сейчас прозвучали такие старинные частушечки, и они действительно, может быть, нынче не так актуальны, но приятно их послушать. Ну а как вы думаете, сейчас вот вообще сочиняют молодежь частушки или только рэп? Или есть актуальные нынче частушки такие вот? На сегодняшний момент, чтобы спеть, так да. Про меня? Ну-ка, одну. Только одну. Хорошую. А то тут мужики вон начали. У нас же прямой эфир. Может, кто смотрит там. Мы пока сюда ехали, напарник, водитель, вот
Кстати, не ваш 4, я спою одну, да? Да пой 4, конечно, я шучу. Это я на вид только серьезный. Пташица поет нам звонко, пташица, веселье, смех, куеров, миров. Пташица поет нам звонко, пташица, веселье, смех, Кира, пташица, добрались, ждут вас люди и успех. О! А без гармошки плохо. Ваня Вятский наш мужик классно музицирует. Он любому подыграет, душа аккомпанирует. Лия Брагина вдруг для народа лучший друг. Поет и сочиняет, это что, а как играет? Спасибо, Наташа, спасибо. Подарите что-нибудь. Старалась ведь девка-то, писала. В такси ехала, наверное. Посмотри, старалась, я за ней, она от меня. Так там же есть еще кого обнять. Так вот, про современных-то авторов. Есть у нас такой один легендарный, я думаю, что его многие знают. Кто? Да, ну, бросьте. Он частушечник. Какие у него частушки? Он что, сам пишет? Володя, не врут, выходи. Я хотел как-нибудь завуалировать, а они тебя все знают. Наш лучший друг и лучший частушечник. Да, часто с ним встречаемся. Любим его творчество. Он пишет не только частушки, но и песни замечательные. Но он сам сейчас решит, что он исполнит. Добрый день, дорогие друзья. Ну, Эдди Иван пел частушки, у нас называются прохожие. Ну, так их пели. Ах ты, милая моя, какая куропатка, на работу ты тихая, а на секс упадкая. Ну, ребят, я знаю давно, очень давно. Последняя наша встреча была на моем юбилее у меня в Советске. Концерт был просто сногсшибательный, мы отработали там. Поэтому есть возможность следующий мой юбилей на следующий год здесь встретить. Все было просто потрясающе. Я не пел 15 лет. Ну, так как работа была такая, тебя должны судить по делам, а не по песням. Поэтому... Но там я пел, так как был мой юбилей. Отпел от души. Там, ну, частушек я написал. Последний раз меня приглашали на День малой деревни в Пижанку в июне. Практически 4 года не играл. Я чем отличаюсь от ребят? Я просто действительно не то, что я не играю, не пою. Вот. А это такой труд, просто титанический. Ребята, мои друзья любимые, они прямо добавляют профессионализм не в разы, а в десятки раз. Я прямо вообще молодцы. Приятно слушать. И вот мы с ними отработали, сейчас они меня пригласили, так спасибо, что не забывают. Ну, действительно, я пишу все. Я написал много для того, чтобы это спеть, это надо отдельный еще концерт мой. Но разрешите, я начну просто, знаете, так как я до глубины души уважаю людей, кто работает. Во-первых, это начиная это крестьяне, кто землю пашут. 30 лет уже не кажут тех людей, кто землю пашут. Кажут шоу «Криминал», кого Киркоров и спинал. А людей не кажут. Поэтому столевары, врачи, учителя, конечно, крестьяне. Я до глубины души их уважаю. И людей, которые умеют петь и играть, так как это нужно, я тоже. Ну и хотел бы прочитать вам свои стихи. Во-первых, что касается деревни. Грусть в душе потаенная бьется. Это теплая, нежная грусть. Что ж тебе опять трудно живется, деревенская, милая Русь? Опустели деревни былые и стоят без хозяев дома. Они были недавно живые, словно всех покосила чума. Не слыхать сенокосного звона,
не кричит с позаранку петух, и в ограду до каждого дома не проводит скотину пастух. Все закрыто, забито, забыто, растащили еще кто что мог. Сколько жизней напрасно прожито, сил потрачено сколько, не впрок. Что творите же вы, человеки, те, кто судьбы людские вершит, а деревни стоят, как калеки, помогать им никто не спешит. Обещания властей все для виду, все мы знаем, правители врут, а в России, увы, без ковиду, все в деревне и так перемрут. Кто замыслил такую аферу, те продумали все далеко, вот отнимут надежду и веру и покончат с Россией легко. А бескрайние наши просторы, что кормили веками народ, забирают хапуги и воры, за рубеж продает это сброд. Россияне, проснитесь, очнитесь и сорвите же с глаз пелену. Вы себя уважать научитесь и свою сохраните страну. Ну для чего Конституцию править? Одного не могу я понять. Надо всех с президента заставить то, что приняли, все выполнять. А деревня, Бог даст, возродится, то пока еще нам по плечу. И Россией мы будем гордиться, но в это верить я очень хочу. Спасибо. Читаю в Ютубе, там без меня меня выставляли. Я вообще очень не люблю вот эту всю огласку. В Ютуб не выставлялись, это все выставили меня без меня. Кто-то пишет, а куда он делся? Что, помер, наверное? Ну еще живой. Что, посадили, наверное? Ну пока нет до сегодняшнего дня. Несправедлива жизнь, конечно. И этот факт неоспорим. Живем в долгах, в заботах вечно, не веря в лучшее, горим, что всем народам создавали. Все растащили удальцы, о людях думают едва ли. Все эти жулики-дельцы, кто на Багамах и Канарах, и тот, кто трется у Кремля, им место всем давно на нарах. Убрать всех надо от руля, дворцов настроили по миру, миллиарды держат на счетах. Все перебесились с жиру, когда повсюду нищета. Они на теле у народа, как паразиты кровь сосут. Запомни, алчная порода, что всех вас ждет Всевышний суд. И всех нас ждет иное царство. И это радует одно, какое б ни было богатство, и вас зароют все равно. А у могилы нет карманов, дворцы с собой не понесут. И значит, поздно или рано, он ждет нас всех, Всевышний суд. Спасибо вам большое. Но это... нам жутко хочется про любовь. Вот да. Про тракториста про я любовь. Вообще прям не могу. А у меня как раз... А у меня все актуальные темы все здесь международные. Нет, а нам хочется про любовь. Про любовь. Да. Про любовь. Лондона дойдешь, нигде правду не найдешь.
сейчас свободная одна лыкова Агафья, остальным всем миром правит мировая мафия. Англосаксы правят миром, Ротшильды, Рокфеллеры, власть у них на поводке, да будь то псы ротвейлеры. Посчитали, что народу на планете до хера, вот решили нищебродов сокращать уже пора. Не рожали, секс-меньшинство поддержали, завезли сначала СПИД, а потом уже ковид. Но ковид помог не очень, не по их признанию, вот решили запустить оспу обезьянью. Все бы пел, да, наверное, надоел. Ну, хоть попарвайся, да горячо, может быть, спою еще. Ну, про любовь. А про любовь. Очень хочется про любовь. А про любовь. Может, дождемся? Разверну гармонь кальяну, разверну по жилам дров. Хватит петь про наши беды, буду петь вам про любовь. А у меня такой конфуз, растет пузо, как арбуз, растет пузо, не беда, хвостик сохнет, господа. Казакая полюбила, оказался он калмык, и как с вечеру залезет, так всю ночь тык-тык. Тыр-тыр-тыр, сердце разрывается. А мой миллионок тракторист, а лучше был бы он калмык, чем на тракторе тыр-тыр, как лучше бы тык-тык-тык-тык. Я довольна. А я частушку все бы пел, да уж вижу, надоел, но коль попросят горячо, я, может быть, спою еще. Спасибо. Спасибо. Любую тему дня сегодня взять, что было сегодня даже утром, я могу про все спеть. Спасибо. Подожди. От нас небольшой скромный подарочек. Спасибо, что спасибо. Уважаешь, помнишь нас тоже. Всего тебе доброго. Я в самом начале нашего концерта говорила о том, что, конечно же, будут зимние песни, и мы будем петь их вместе. Мы хотим спеть сейчас песню «Белым снегом». Давайте все вместе расслабимся. На улице зима, белым снегом. Благо не 34, отпустила маленько. А то бы сегодня, наверное, никто не приехал. Приехали бы. Ой, скажите, пожалуйста, кто, откуда, откуда кто-нибудь, может быть, приехал на наш концерт? Издалека. Да, издалека. Да, я вижу, вот уже он Урал здесь машет на первых рядах. Сочи. Что? Москва. Я знаю Тюмень, по-моему. Бабушка откуда? С Москвы. Пойди еще сама за рулем ехала. Молодец. Это удивительно просто. Спасибо вам огромное. Спасибо. Сколько лет-то бабушке? 15? Много, да? Понял. Правильно? Правильно. У нас люди иногда в Петербурге с одного, значит, конца метро до другой не могут приехать на концерт, а тут такие километры. Это бесценно. Это километры. Бесценно. Спасибо. Бесценно. Спасибо вам большое. Thank you.
сёжку замела, по которой, по которой я с тобой, любимый, рядышком прошла. Включайте свет только в зале, мы хотим сделать с вами фотографию, можно? Вы поднимите так ручки, помашите, хорошо? Все, давайте, ребят, на сцену. Потом ансамбль «Пташица» повернулся спиной к своим зрителям. И вновь на этой сцене, дорогие друзья, Иван Разумов со своей авторской песней «Места родные». Все спрашивают: Иван, а есть свои песни? А есть свои песни? Вот покажу в деревне. Что-то еще приходило. Как переехал в город, ничего не приходит. Одни машины шумят под ушами. И ничего творческого туда не лезет. Поэтому понял, что посижу немного в городе. Так сказать, на ноги покрепче встану и перееду в деревню. Буду писать стихи. К Володе схожу на мастер-класс к Егошину. Ну, либо с ним заключим контракт, он будет писать хорошие песни. Он уже парочку мне подарил, но я все как-то их не доведу до ума.
Вот. Но одна вот где-то, наверное, в 2010 году, что ли, случайно, там, про места родные, конечно, такая легкая песня патриотическая. Но я исполнил, никто не верил, там, что это я сам написал. Да ну, врешь. Потом ребята афанасьевские говорят: Ваня, слушай, правда твоя песня? Да, можем ее исполнить. Ну, я говорю, да пойте, ради Бога. Ну, поэтому у меня не густо. Но ребята говорят, никак на родине не споешь, что ли, что-то такое свое. Ну, пришлось вчера вечером повторять. Я родился в маленьком селе, и жил, рос я на глазах у всех. Любил по травке пробежаться босиком, и с детства был влюблен я в русскую гарму. А я пройдусь по полю босиком, с гармошкой звонкой по лесам густым. Мне воздух чистый голову кружит, места родны, как вы сердцу дороги. Я рос простым парнишкой, как и все, любил веселье, праздники и смех. Немало в детстве хулиганил я, я помню все смелые друзья. А я пройдусь по полю босиком, с гармошкой звонкой по лесам густым. Мне воздух чистый голову кружит, места родны, как вы сердцу дороги. Но время шло, мы подрастали все, и вот теперь уж взрослые совсем. Кого куда жизнь раскидала нас, и очень редко с вами видимся сейчас. А я пройдусь по полю босиком, с гармошкой звонкой по лесам густым. Мне воздух чистый голову кружит, места родные, как вы сердцу дороги. Родимые места, ведь вы в душе моей остались навсегда. Цветите зелень, леса, поля, луга, я вас люблю, родимые края. Цветите зелень, леса, поля, луга, я вас люблю, родимые края. А я пройду по полю босиком, с гармошкой звонкой по лесам густым. Мне воздух чистый голову кружит, места родны, как вы сердцу дороги. Я вновь пройдусь по полю босиком, с гармошкой звонкой по лесам густым. Мне воздух чистый вышло в те юные годы. Я не знаю, был ли там сзади клип, это мы с Натальей Николаевной Злобиной еще снимали в 2012 году в Великорецком. Ну вот, была муза, ходили по полям босиком. Вышло замечательно, Вань, спасибо тебе большое. Спасибо!
Главное, актер проснулся к песне. Да, 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 да. Мы сейчас поем песню «Варенька». Она уже о себе сказала. Она уже на сцене. Да, она уже на сцене. На самом деле, ну, песня началась еще вообще... Песня, да, появилась раньше, чем вообще начался наш путь. Мы когда-то там с Ваней студенческие годы учились еще и смотрели видео Василия Вялкова с его женой, пытались повторить их исполнение. И сколько прошло уже времени, кажется, это было вчера, как песня преобразилась, и сейчас мы уже со сцены и говорим о Вареньке. И вот она сама на сцене. Ну, в общем-то, и поем мы ее все вместе. Варенька. А сердцем добрым ласковым работящая. А ты надень-ка, Варенька, старенькие валенки, да пойди на край села, повстречай меня. Зима сибирская, зима пришла в наш город на бег, дабы Сибирь зажег огни и на проспектах фонари горит румянец на щеках, а санки мчатся конья и две слезинки на щеках, на вареных щеках. Ой, варя, варя, варенька, пляшет старик Варенька, с бойкой частушкою не унять себя. Ой, братец Волокины, а те, что Гена с Сашею, сердце рвут страданиями, глядя на тебя. Зима сибирская, зима пришла в наш город на бит. Новосибирь зажег огни на проспектах фонари, горит румянец на щеках, осанки мчатся конья, и две слезинки на щеках, на валенных щеках. Ой, я варя, варя, вареника, да подошли я вареники. Ты не несешь Сашею, не плачь, сердце мне не рви. Опусти их ветра, даже и никого не сва. Но у нас одна любовь, зима, Сибири, ты. Земля сибирская, земля, тебя в беде я отстаю. С тобой в горе припаду, с тобою радость разделю. Мне без тебя не славила я, ты жизнь и счастье для меня. Любовь моя, Сибирь моя. Зима сибирская, зима пришла в наш город на бит. Новосибирь зажег огни на проспектах фонари, горит румянец на щеках, а санки мчатся конья, и две слезинки на щеках, и наварены щека. Спасибо большое. Спасибо огромное, спасибо. Знаете, в репертуаре каждого гармониста, наверное, присутствует этот наигрыш. Вот как вы думаете, какой? Я опять со своими вопросами, как на экзамене. Но вдруг кто-то угадает. Как вы думаете, какой это наигрыш? Кто сказал? Цыганочка, правда. Правильно. Сейчас Лия Брагина исполнит для вас «Цыганочку» композитора великого северного Сергея Сметанина. Но «Цыганочку» не простую, а какую, Ли? Ну, какую? Давай я тоже позадаю вопрос, можно? Как вы думаете, какую? Конечно! Ура! Thank you.
каждый раз, вот сколько ты играешь на концертах, каждый раз я покупаюсь на этот ложный филарм. Одно каждый. И то же. И стою, браво, она там еще поливает, стоит. Ну, ладно, браво, ты, конечно, говорил, но обычно он говорит, все, выходим. Я такая, да нет. Постоянно покупаемся просто, постоянно. Браво, Лия. Мы передаем привет нашим дорогим подписчикам, зрителям, кто смотрит нас в прямом эфире. Мы знаем, что вас там уже 3000, а может быть даже чуть больше. Спасибо вам большое, мы так рады, так рады. У нас такой большой зал сегодня. Здорово. Так что и вы, дорогие зрители, можете потом еще раз пересмотреть. Может, себя увидите там в кадре. Да, прекрасно. А мы сейчас хотим исполнить такую новенькую песню по просьбам многих зрителей как раз таки в интернете, ну и здесь подходили. Очень хорошая песня, слова Ивана Бардина, музыка Валерия Семина. Да-да-да. «Ах, как сердцу хочется». Премьера. Дороженьки снегом запорошило, и скатились саночки с горочки скользя. Ах, как сердцу хочется чего-нибудь хорошего, и душа по праздничку таистанилась вся. Ах, как сердцу хочется чего-нибудь хорошего, и душа по праздничку таистомилась. Где-то за туманами затерялось прошлое, молодые годики нам вернуть нельзя. Сердцу хочется чего-нибудь хорошего, и душа по праздничку таистомилась. Как сердцу хочется чего-нибудь хорошего, и душа по праздничку таистомилась. На плечо наброшу я и пройдусь по кнопочкам, пальцами скользя. Как сердцу хочется чего-нибудь хорошего, и душа по праздничку истомилась. Чего-нибудь хорошего, и душа по праздничку истомилась. Все пути дороги снегом запорошила, и скатились саночки с горочки скользя. Ах, как сердцу хочется чего-нибудь хорошего, и душа по праздничку да истомилась вся. Ах, как сердцу хочется чего-нибудь хорошего, и душа по праздничку да истомилась.
тоска. Как ваше настроение? Здорово. Класс. И наши тоже. В своей концертной программе, конечно, мы не можем не вспомнить творчество Геннадия и Александра Заволокиных. Их песни есть в нашем репертуаре, и мы с удовольствием их поем. Нам кто-то передал записочку. Спойте зимнюю песню. Да, но она была у нас запланирована. Но зима же! Зимняя песня. Ура! В этой деревне огни не погашены, ты мне тоску не пророчь. Светлыми звездами нежно украшена тихая зимняя ночь. Светлыми звездами нежно украшена тихая зимняя ночь. Светятся тихие, светятся чудные, слышится шум полыни. Были пути мои трудные, трудные, где ж вы, печали мои? Были пути мои трудные, трудные, где ж вы, печали мои? Скромная девушка мне улыбается, сам я улыбчив и рад. Трудное, трудное, все забывается, светлые звезды горят. Трудное, трудное, все забывается, светлые звезды горят. Кто мне сказал, что в мгле заметелено, глохнет покинутый луг? Кто мне сказал, что надежды потеряны, кто это выдумал вдруг? Кто мне сказал, что надежды потеряны, кто это выдумал вдруг? В этой деревне огни не погашены, ты мне тоску не пророчь. Светлыми звездами нежно украшена тихая зимняя ночь. Светлыми звездами нежно украшена тихая зимняя ночь. Всем огромное спасибо, дорогие наши зрители. И опять же хотим вернуться к благодарностям, поблагодарить тех людей и того одного главного человека, который нам помог, конечно же, собрать этот зал. Это директор мебельной фабрики «Верум» Токмаков Иван Анатольевич. Мы хотим его пригласить на сцену. Добрый вечер. Единственное желание мое было, чтобы был полный зал, чтобы Ташечки все сюда прилетели. Мне это удалось, потому что Вероничка
Еще 10 утра была в Питере, да. И дочка 4 месяца спит там с папой. Поэтому даже Малахов только 50% состава собирал. Но я думаю, из уважения к Ивану Разуму мы это готовились с самой-самой осени, и болезнь, и все прочее накладывалось. Но я думаю, мы истинно удовольствие получили. И по традиции я хотел бы вручить вам нашу дагомовскую игрушку. Какая красивая сумочка. Но поскольку наша мебельная фабрика, чтобы осталось от нас, от Кирова. Память. У нас есть такой храбрых Андрей. Классный, задал станку на несколько часов. И вот, что получилось. Барабанная дробь. Дорогой, уважаемый Иван Анатольевич, нам очень приятно. Мы вот от себя тоже не хотим. Сказать, просто невероятно. Не это наша первая картина. Картина. Да. Вот такая. Еще и каким способом. Еще да. И... Ой, я в шоке, короче. У меня рот аж открылся. Спасибо вам большое, что вот у нас предоставилась такая замечательная возможность, благодаря вам, выступить на замечательной вашей вятской земле. Мы счастливы невероятно. Сейчас будет дуэт. Картину, когда будет в следующий раз, пусть она будет, чтобы видели вас там на стеночке где-нибудь. Хорошо. Она спасибо. Теперь вместо серебряной кнопки будет висеть сзади на эфирах у нас, на фоне. Класс. Вот он. Иван Анатольевич сначала придумал, но он мне по секрету так сказал, пока мы тут организационные моменты решали. Он говорит, я сначала идею придумал, дал задание. Оказывается, из этой картины на 3 дня фабрика встала. Вот так-то. Могла бы, говорит, 30 кухон, что ли, сделать? Ну, много, сколько, много. Или, может, я вру. Говорит, если бы я, говорит, заранее знал, то я бы, наверное, не стал эту картину. Как поется в песне «Ночки луговой»? И уж время расходиться, да расстаться нету сил. Дорогие друзья, это наш концерт подошел к концу. Спасибо вам огромное за такой теплый прием. Браво и аплодисменты вам! Балкон! Спасибо! Всем-всем и каждому! В завершении нам бы хотелось исполнить песню наших с Лией земляков Андрея Менца и Валерия Хапкина «По северу, по вольному». Такой гимн всех гармонистов негласный. Симфония народная! Тихонько тронем по ладам, на дорожку грянем по басам. Это что по всем краям стало жарко небеса. А ну давай раздольную по северу по вольному. А ну давай, давай свою симфонию народную. А вот дожились и
вспоминать. Тихонько тронем по ладам, да дружно грянем по басам. Это что по всем краям стало жарко небеса. А ну давай раздольную по северу, по вольному. А ну давай, давай свою симфонию народную. Одна бы взяться, ратью всей собраться, да пройтись бы по России опять. Наше время наступает, братцы, наше время гармонии в руки брать. Тихонько тронем по ладам, да дружно грянем по басам. Это что по всем краям стало жарко небеса. Спасибо вам огромное, с вами была Пташица! А ну давай раздольную, по северу, по вольному. А ну давай, давай свою симфонию народную. А ну давай, давай свою симфонию.